Стоимость тестов для измерения уровня сахара в крови и других расходных материалов будет возмещать Национальная касса медстрахования. Соответствующий проект закона прошел окончательное чтение парламента. Согласно новым поправкам, государство будет покрывать расходы на некоторые виды медицинских изделий. Таким образом, больные сахарным диабетом по рецепту семейного врача смогут получить в аптеке необходимые им расходные материалы. Пациент пойдет в аптеку и сможет сам выбрать препарат, который ему нравится, а государство компенсирует расходы, без того, чтобы она сама покупала и распределяла один вид тестов. Механизм компенсации еще предстоит разработать. Кроме того, нужно определиться, стоимость каких материалов будут покрывать полностью, а каких частично. НКМС обяжет все аптечные сети иметь на складе разные модели тестов на выбор пациента. В Молдове диабетом страдают более 120 тысяч граждан.